Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Замечала, что у нас часто звучат вопросы, интересные от людей. Что лучше, учиться или провести консультацию? Да. Да. А еще один из вопросов такой, ну, очень часто распространенный. Сможете ли вы помочь человеку, дадите ли вы гарантию, что он поправится? Да. Начните работать, а мне просто на этого человека денег жалко, да? Ну, я сразу с интерпретацией. Они же так не говорят, конечно, да. Что жалко. Да, они просто говорят, ну вот... Начните. А на самом деле у меня все время зависание, когда такой момент возникает, потому что, с одной стороны, иногда для человека лучше обучение. И мы встречали, что человек и учится, и получает профессию, выравнивает свою жизнь, помогает своим близким. И реально, вот особенно, ну, я даже фамилию назвать могу, стажеры наши Клепникова Оля, да, и Таня Добудько. Оля. И работа с ребенком, какие результаты, и все офигенное, да? То есть это люди, которые, проработав всю жизнь на какой-то работе, имея вот проблему там со здоровьем в семье у детей, да, внуков, они решили свои вопросы, и через обучение они пришли к тому, что они сейчас не только себе помогают, они другим людям помогают, и у них есть опыт свой, личный, прожитый, искренний, открытый, да? И вот в этом плане идет хорошо обучение. А есть случаи, когда человек, например, имеет тяжелое заболевание, приходит, и он учится, 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 и возникает вопрос, чего консультацию не заказал? И вот у меня, когда я такие случаи вот, рассматриваю, у меня образ сразу приходит. Вот Эверест. Идет группа в гору. И... Ты можешь идти полностью сам, но есть моменты, где надо, чтобы тебе протянули руки. Руку подтянули, вот это консультация. Да, угу. Когда тебе протянули руку, подтянули тебя на другой уровень, и ты дальше снова идешь сам, учишься. Но вот этот момент, когда тебя за руку подтягивают, он реально помогает тебе залезть на гору. Возможно, ты со своим тяжелым рюкзаком бы сам и не забрался бы. Хотя ты этот рюкзак по дороге расходуешь, что-то выбрасываешь, чего-то отказываешься там и так далее. А вот... А при этом, если тебя все время должны тянуть без обучения, это тоже как будто однобоко. Угу. То я все-таки за то, чтобы человек и то, и другое. Знаешь, за что? Человек должен как бы лучше всего, когда человек чувствует. Да. Вот он чувствует, во-первых, интересно, да, прийти на курсы. У нас курсы с тобой очень сильные сейчас вообще, они... сильные. И смотри, человек, у человека интерес, он уже, побывав на курсе, у него, значит, уже есть интерес, да? И он уже на курсе себя открывает. И вот, знаешь, вот это вот тонкое чувство, когда человек начинает чувствовать, все-таки мне нужна консультация. И вот смотри, вот даже почувствую, я сейчас прям чувствую это. Я пойду схожу на консультацию. Это вот действительно будет, как подтянуть, ты сказала, подтянуть, да? И вот он идет на консультацию, и у него потом может одна консультация, а у него просто вот дальше все, силы, и он пошел, он сам пошел, он нашел себя, он развивается, он открыл себя, да? Вот, а когда... А когда, наверное... Ну вот я пытаюсь, не знаю, как на слова положить. Когда человек, наверное, тоже здесь о том, что не искренен с собой. То есть не его это интерес, но что-то его влечет. Какая-то проблема в жизни. Да. Чаще всего денег заработать. Думают, что да, здесь, как на тета-хиллинге, да, очень быстро да. можно срубить бабло. Да, 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 да. И это не его. И это не его, да. Оно, возможно, было бы его, если бы он доработался до искренности и открытости. Да. То есть, видишь, что и отличает инфодайинг, это то, что мы действительно человека приводим к себе настоящему. Угу. И у человека есть возможность прочувствовать, надо или нет. И вот у меня, например, ребята, молодежь, она требует,
чтобы я разрисовала систему, что надо там для того, чтобы быть стажером, что надо, чтобы быть инфодайвером, что надо, да? Угу. Это правильно, система какая-то должна быть. Угу. А с другой стороны, когда я смотрю на инфодайвинг, я понимаю, вот все программы, что мы дали свой путь, который мы прошли, он остался в записи. То есть фактически мы честно выдали полностью программу, как мы шли, как мы за 2 года пришли к этому одному, к осознаванию работы зеркал. Угу. Это о развитии человека, это о развитии сознания, это о расширении. Это не о деградации. Угу. И это реально о том, чтобы свою жизнь перевести в гармонию и выстроить, и осознавать, что ты в раю и действительно жить счастливо. Наверное, все люди хотят жить счастливо. Но у каждого человека своя точка старта в счастье. И с чего стартует человек? Угу. Возможно, у него будет вообще свой путь, отличный от нашего. Угу. Но я считаю, что мы прошли очень быстро. Я тоже так считаю. Потому что на сегодняшний день пока никто это не повторил. И сейчас у нас еще вообще еще больше быстрее. Еще быстрее идет на ускорение. Это как, да, это действительно как сначала комок, да, снега, вот он его катишь, он больше, больше медленно, а когда он уже какой-то достиг, он потом вот так быстро растет. Я понимаю, что пройдет немного времени, нас будут конспектировать. Они уже конспектируют люди, наши подходы в работе. Нас будут заучивать наизусть и так далее. Но это не об этом. У каждого человека свой Эверест. У каждого. И каждый проходит его сам. Другой момент, воспользуется он нашими наработками, нашими состояниями, нашими психотехниками или нет. Мы дали все вообще в открытую. И единственное, я как тот султан, который зашел в гарем, да, и так своим женам задрать юбки, повернуться задом, да, все, что могу, все, что могу. Ну, стар стал султан, да. Вот и я тоже так, все, что могу. Я могу только распределить по очередности, как мы шли программы, да. Mm-hmm. Вот это был наш путь. Этот путь привел вот к этой точке. И если вы хотите к этой точке прийти, а это точка расширения, когда ваше сознание может формировать миг. И если вы готовы к этому прийти и проделать этот путь, это трансформация, это огромная трансформация внутри. Люди посвящали этому жизни и не одну. Пожалуйста, проходите. Но тогда... Предлагать человеку систему, что он должен, что он не должен, это обрезать крылья, как тому птенчику, которого птичка из гнезда выталкивает. И тут же крылышки чик-чик-чик. Ну, в принципе, так делают секты. Я так делать не хочу. Вниз легко. Вниз очень много систем, которые легко. А вот вверх, чтобы взлетел человек. Потому что на сегодняшний день, посмотри на общество, 80% людей уже не способны вообще испытывать осознавание, у них не бывает озарений. 20% человечества дают основную экономику, основные идеи развития человечества. Это не я сказала, это по правилу Паретта. Это еще давно все это предопределено и просчитано. А вот... А как сделать так, чтобы 20% стали 80%? Чтобы люди перестали деградировать. Осознать. Это осознать. Потому что движение вперед, вот уже про золотой миллиард говорят давно. И тут же говорят в ракурсе, что кто-то, что-то, этот золотой миллиард, что они сами... Да нифига, ребят, просто дальше игровая карта не пропускает деградирующую. Все, частоты не совпадают. И этот золотой миллиард – это то, что пропустит, потому что симуляция не видит другого. Это не потому, что там кто-то кого-то решил уничтожить. Нет, это настройки игры. Это настройки симуляции. Если ты в неосознанке, ты дальше не проходишь. Инкарнация и назад. И что сейчас делает COVID? Да, что он сейчас делает? Он... Бьет по самому хрупкому зеркалу. Он конкретно именно по этой системе работает. Да, потому что это первая информационная болезнь. И дальше будут такие же штуки. Это первый информационный фильтр.
Да, 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 да. И идет самофильтрация. Самофильтрация, да. Если у человека была неосознанно там проблема, и он нанес себе удар по телу, не осознал, и вроде бы он бы с этим ударом еще жил, да, с этой печенью, с этими почками, еще с чем-то. А ковид это не пропускает. Говорит, нет, здесь трещина на зеркале, ты не задел. Фу, трещина разошлась. И сейчас вот по ковиду вообще это настолько видно. Просто, конкретно. И мы, когда работаем с людьми, вот какие вещи мы из подсознания выгребаем для того, чтобы он полегчал. И самое главное, что потом у души становится выбор вообще в этой игре играть или все-таки в следующую пойти, но начать ее с других условий. Или не в этом роду. Как вариант, когда игра в этом роду не сложилась. И даже этот человек, вот, с которым мы работаем, допустим, да, не каждый ведь понимает, что поработав с нами, надо действие совершать. Действие совершать, да. А опять-таки многие начинают перекладывать ответственность, да? А это да. Ошибка. Это ошибка. Тебе дан второй шанс, и ты снова на те же грабли. И тогда Бог смотрит, исполняй. Хочешь грабли? Хочешь грабли, на грабли. Второй, третий, десятый. Угу. А просто всего лишь действие. Действие в сторону вот ту, которую хотел бы в своей жизни. О чем мечтаешь, да? А человек не позволяет себе и перекладывает ответственность. И все. Так смотри, даже работа с тяжело больными начинается с чего? С первой попытки включить желание жить. Угу. А это значит, человек делает выбор, живем или не живем. Если живем, делаем практики. Если не живем, не делаем практики. Мы уже упростили вообще, дальше некуда. То есть, когда человек говорит, я хочу жить, но при этом у меня нет сил делать практики, уже понятно, жить он не хочет. Конечно, нет, однозначно. Ну, вот. То есть, он действиями не подтверждает. Либо же он начинает заменять какими-то действиями, типа, я еду туда, я путешествую туда. Он ездит и прощается с жизнью. Вот это прощание жизни, прощание славянки, это вообще просто невероятно. Наблюдаешь, и у меня все время вызывает ступор. Неужели ты не видишь, что ты прощаешься? Угу. И даже письма, которые человек пишет, я начну жизнь заново, та-та-та, та-та-та. Понимаешь, прощальное письмо, только ты его адресовал нам, а на самом деле ты его адресовал себе через наше зеркало. Кстати, заметь, люди с нами общаются в 99% случаев как с зеркалом. Да, да, да. То есть они пишут нам, а по факту они пишут сами себе. Сами себе. Либо когда не пишут нам. Угу. Они тоже не пишут сами себе, когда им говоришь. Угу. Напиши о ребенке каждые 3-5 дней держать связь по ребенку. Угу. Мама, и выпала на месяц. И только лишь когда опять там что-то слышать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да. Ай-яй-яй. А на самом деле болезнь выгодна. Пошли, сладко. Выгодно, да. А человеку, скажи, выгодно? Нет. Нет. О чем вы? О чем вы вообще? Я хочу избавиться. Но тут же ляпнул языком и снова и ушел играть в эту игру. Угу. И точно так же с родными, со своими. Я готов заказать консультацию на него, да, или на нее. Угу. Но вы гарантируете, что я потрачу деньги не зря. И ты понимаешь, что этот человек на своего близкого не готов потратить деньги. Не готов. Деньги. Вообще не готов. Ему жалко. А на самом деле, вообще, я когда вот про деньги думаю, а ведь это удивительный механизм, именно цемент, да, в здании. И человек имеет ровно столько, сколько он себе позволяет, и сколько ему надо в игре, чтобы он чувствовал себя в счастье. Обрати внимание, цемент в здании. Цемент в трещинках зеркала. Да, цемент в трещинках зеркала. Если ты не осознаешь... Тоже вариант, как набраться силы, либо вариант, как набраться боли. Да. Да, да, то есть, ну да. Да. А потом, когда человек теряет своего близкого, боль как накрывает. Угу. Либо болезнь усугубляется, боль как накрывает. Угу.
И есть момент, когда еще эту трещинку можно залатать, а есть, когда все, надо сносить здание. Обидно, когда поздно. Хотя обидно слово не подходит. У меня, ну, помнишь, мы встречали разные случаи, когда консультацию человек не заказал, а через полгода было поздно. Тогда пожалел. А тогда пожалел денег. Но это выбор человека. Единственное, что из того, что я замечала, когда сознание, выделенное, например, на болезнь, уже становится в доминанте над тем, которое сознание человека, вот, с которым он живет и играет, которое есть в теле, то иногда это сознание перекрывает, и ты понимаешь, что все, болезнь не хочет, чтобы ты жил. Хотя это тоже ты. В следующей жизни ты соединишься в одно зеркало. Но сегодня ты выбираешь не жизнь. И последний выбор за человеком всегда. Всегда. Кстати, на эту тему вот тоже два наши яркие случая, которые часто вспоминаю, да, когда люди стояли уже все на краю, на грани. Угу. По сути дела, уход без вариантов. Угу. И в обоих случаях одного мы продолжаем курировать, а одного наблюдаем как эксперимент со стороны, я через СМИ только наблюдаю. И в обоих случаях, а ведь тело поправляется. Тело поправляется, медленно поправляется. С одним работаем, там быстрее поправляется, а со вторым все равно поправляется. И в обоих случаях было даже врачам задуматься, а что же такое произошло. Нереально было. Нереальный, да? Случай. Вообще нереальный. Угу. Но ум нивелирует и скажет, ну да, бывает. Чудо. Лекарство. Иголка китайская там в задницу. Еще что-нибудь такое. Все, что угодно ум подбросит. Только не только, сознание. Только не это, да. Предположить, что именно сознание творящее, да, и сознание создающее реальность. Вот это то, чему надо детей с детства учить. Угу. То, что их сознание создающее. И на эту тему надо разговаривать с детьми с детства. Я знаю, как вот моему сыну тяжело, младшему. Если старшие, вот они быстрее как-то воспринимают эти темы. Но во всяком случае, кажется, что быстрее, да, мне кажется. То младшему, я вижу, он приходит в социум. Он не может на эту тему поговорить ни с детьми, ни с учителем, ни обсудить ничего. Но при этом есть мама чокнутая, которая ведет его утром. И утром мы рассказываем, как там злюку отработать, как сознание направить, как внимание уметь держать там, и так далее. Угу. И я понимаю, что у него есть уже такая тайная жизнь. Тайная жизнь. Ну, потому что он в социуме на эту тему не может говорить. Но при этом он понимает, что он уже создает. Его сознание тоже создает с детства. Угу. Естественно. И на Эверест каждый поднимается своей дорогой, несет свой рюкзак и решает, протянуть руку, чтобы ему помогли, или не протянуть, или будет карабкаться сам, и вообще, в каком направлении его Эверест, под землей или над землей. У каждого свой Эверест. А заметь, основная масса идет под землю. Закапываются. Накапываются. А ведь абсолютно все, до чего мы доходили сейчас, абсолютно все, включая одного, включая зеркала, можно найти в Библии, можно найти в той же Адвайте, можно найти в буддизме, можно найти в мусульманстве. А почему люди не пришли? В какой момент зеркало отражает не вверх, а вниз?
а каббалистические учения? А масонство? Где перевертыши стоят, как сетки улавливатели? Подмены. Подмены. Вместе сказали. Угу. Подмены. Это точно так же, как миром правит любовь. Угу. Угу. Вообще любовь и правит несовместимые слова. Одна подмена, вот фраза. И ты ее переписал, всего лишь как вот телефон бывает, пишу тебе, да? Угу. И раз этот Т9 там или как оно, я отправляю, а потом читаю, что это. А уже фраза искажена. Вот оно, подмена, и пошла подмена. А та подмена, а та еще больше, а та еще и пошло, пошло, пошло. Угу. Трещать. А помнишь, как мы курс давали, любовь, чтобы человек осознал подмены, где они, как угу. в психике прописываются? Угу. Классный вообще, курс, кстати, обалденный курс. Офигенный курс. Такой был курс вообще. Точно вот так этот... же, как и страх. Да. А какой лень. Вот сейчас лень. Курс. Какой курс красивый. Ой. Так я тоже понимаю, что второй раз мы их проводить не будем, потому что нам неинтересно. А записи будут висеть. Они не были. Да. Сейчас сон курс будет. А сон офигенный курс. Я уже полгода вот тренировок. Чуть-чуть пригрузилась. Полгода тренировок. И уже просто удовольствие получаю, да. Но сейчас мы просто техническую базу дадим, и дальше полгода люди тренируются. Угу. А захотят потом серьезно пойти в управление, потому что это реально серьезное управление. То туда. Сейчас хотя бы просто научиться доставать информацию и фиксировать. Ну да. В любом случае зеркало должно быть чистым. Только тогда. Только тогда. Да, ты получишь то, что... И опять-таки хочешь. В любом случае два человека. Однозначно один не будет. Никогда. Один никогда. И сколько бы ни рассказывали, я же сплю один там и так далее. Ты помнишь, как мы нарабатывали техники все в паре? Каждое утро, каждое да, утро, каждое да. утро. Один невозможно, просто невозможно. Но это вот тупо представить, вот стоит зеркало и больше никого. Да? Угу. Надо это зеркало на две части сначала. Да. Физика. Заметь, когда сны, тот же Михаил Радуга давал через призму объективной реальности, угу. в зеркало ставили некий объективный мир, который существует вне нас, вне наших знаний о нем. Угу. И ты тогда раскачиваешь себя через эфирное тело, ментальное, каузальное, еще какое-то. Там разные техники есть. Но это получается, вот этот объективный мир, это то, чем ты не управляешь. Угу, угу. И поэтому говорить об управлении через сон... Смешно. Это пук в воздух. Если ты хочешь управлять, то тебе надо управлять мигом. Угу. А миг, он к объективной реальности не имеет никакого отношения. Это полностью продукт твоей психики. Полностью. Но для того, чтобы управлять мигом, надо, чтобы нашелся тот, кто тебе зеркалил. Вот, два зеркала. Ту. Абсолютно одинаковых. Абсолютно да. одинаковых. Чистых. Чистых. Вымытых с двух сторон. И тогда ты управляешь. А в противном случае ты играешь в игру, я управляю неким объективным просто миром. Просто да. да. Это ты создаешь игру. А если ты вот так с двух сторон, то я создаю то, что мне надо. И получаю, проявляю и играю. Если хочу, играю. Если не хочу, проявляю что-то следующее. Но я тащусь при этом. Ключевое, я счастлив, да? А не я подстраиваюсь, типа я влияющий и так далее, накачиваю эго для объективной реальности. И я когда вот эти вещи, разницу осознаю, блин, я сейчас постаралась очень просто объяснить.
Я понимаю, что сны, реально управление снами и информация объективная через сны, и влияние через сны доступны только в том случае, если они, если ты заходишь из субъективного восприятия, если они в твоем миге, и если двум зеркалам интересна вот эта игра. И да. Поэтому, ты знаешь, у меня, когда мои сны вылетают, иногда у меня идет информация, например, коллективная, там, ну, какие-то, то, что для большего мига предназначено. И я понимаю, что я фильтрую, насколько мне это интересно. И, наверное, я сегодня много информации стопорю. Ну, потому что мне она лично не интересна. И в моей реальности она не нужна. Но, наверное, ну, в глобальном плане она была бы полезна. Точно так же и твоя. Потому что мы с тобой абсолютно симметрично все это делаем вдвоем. Вот поэтому женщин за алтарь не пускали. Боялись женщин вообще. Поэтому их называли грешницами. Поэтому. Но именно женщина дает жизнь. Потому что там за алтарем женщина. Потому что там женщина. И мужики боялись власть потерять. А самим доступ был закрыт. Боже, это эти глубины, которые сейчас, да, вот осознаешь. Просто зависаешь. Хотя суть игры всегда формировали мужчины. И будут формировать. Это будут. Их удел. Сперматозоид. Суть игры переносит мужчина. Полностью карму переносит мужчина. А женщина должна быть искренней, чистой. Должна быть. Должна. А по факту она тоже умудряется на себя гребануть карму, которую она не обязана вообще ни отрабатывать, ни переносить. Женщина может быть от этого дела свободна вообще, если она осознает это. Мужчина нет. Нет, мужчина нет. Иначе игра закончится. Иначе, да, именно. Иначе игры вообще не будет. А женщина может. Может. Блин, красиво. Я вообще, вот даже вот в процессе, да, ловишь осознание, глубину, вот эту глубину, прям. И от этого я так люблю, вот люблю свою жизнь. А жизнь настолько красивая, настолько яркая. Счастливая, интересная. Тут даже просто увидеть, как свет раскладывается в радугу, уже бомлеть от счастья. Вот, ты можешь это видеть, ты можешь это чувствовать, ты можешь вдыхать этот морозный воздух, ты можешь брать этот искристый свет, каждая весь, искринка раскладывается. Весь спектр снег. Света, весь да. Спектр, весь. Весь. У тебя все открыто, тебе все доступно, струк, потому что... Играй красиво на них, да, играй. Да. Зачем создаешь хаос? Зачем рушишь это? Зачем ты делаешь больно самому себе? Ты создаешь болезнь. И даже эта болезнь, она такая... Как сказать... Как сказать правильно? Даже эта болезнь, она на самом деле искренняя, она помогает. Это твое чистое сознание. Да. Твоя частичка, а ты ее делаешь больно ей же, да? Отвергая, не принимая, нет, это не мое. И она больше трещит, блин. А теперь смотри, вот все, что мы осознаем, у нас есть моменты, то, что мы ложили по психике, как шли, да? Угу.
на углубление, угу, который мы смогли положить на алгоритмы работы и привязать к физическому телу. По сути дела, это новая медицина. Угу. Это новая медицина, которая позволит человеку осознанному углубиться в себя. Вообще рождение человека осознанного или сознательного. И в то же самое время вот алгоритмы усложнялись, алгоритмы упрощались. Были разные моменты, да? Были, что моменты повторялись. А когда мы пришли к точке, стало очевидным, что вообще первично можно из точки без алгоритмов просто. Ставишь и так. Так есть. Но для этого надо осознать и свет, и Бога, и абсолют, и силу, и знание, открыть знание через открытие себя, запустить искру через искренность. Это такое количество проработки себя. И даже сейчас еще, когда мы становимся зеркалами друг напротив друга, да, и начинаем работать. И когда вот в эти моменты бывает, подстройка пошла, понимаешь, еще зеркало дочищает, еще не все. Мы люди. Мы все равно каждую секунду мы где-то отвлекаемся. Отвлекаемся, неосознанно. Подкачиваем, да, и пошло. Да. И чужая игра. А как последнее обучение с нашей поездкой, как нас обучало создавать реальность? Это невероятно. Это настолько показательно. Невероятно. Как мы с тобой, когда мы это осознали, у нас с тобой действительно был шок. Шок. Полная раскладка. Но вот смотри, мы же не взяли на себя ответственность, не сформулировали до конца, что мы хотим. И начинается зеркало. Не уделил внимания, следующий, не взял ответственность. Еще одно зеркало. Три зеркала отработало на нас, растянуло во времени, чтобы показать, как время формируется, если ты не взял на себя ответственность и не уделил внимания. И потом последнее. Все, готовы? Два часа. Как вы 3 месяца не могли решить вопрос? Два часа. Но это на самом деле великолепно. И когда вот до меня, когда дошло, вот просто выделив вот эти части и сопоставив, и это я не взяла ответственность, это я не сформировала, это я не уделила внимания, это я не приняла решение. И потом, когда все, ну хорошо, я, да, лети, пташечка. Смотри, радуга разложила спектр. Да, как радуга. Белый свет разложился на целый калейдоскоп игры во времени. Множество, да. Для того, чтобы ты осознал, соединил и снова увидел белый свет, да? Да. Ночью. Кстати, насчет виз. Я сегодня, мы вчера поговорили с тобой, будем мы играть в игру визы или не будем. Мы решили, что не играем. Закрываем и все. Да. А сегодня я открываю Google в 2 раза дешевле. Подождем. Мне уже так весело стало. Я понимаю, что пошла работа. Жизнь – это счастье. Я еще раз повторяю, это счастье, люди. Это рай. Не создавайте себе сложности. Да. Создавайте то, чего хотите. Уделяйте внимание, чему хотите. Не ограничивайте себя.
И вообще не уделяйте внимания, вот что человеку можно сказать, не уделяй внимания какахе. Да. Удели внимание тому, что хочешь, чтобы проявилось в твоей жизни. Да. Все. Не уделяй. Вот хочешь чего-то, а ты думаешь, я это не могу, у меня же вот это. Ты туда внимай. Ты смотришь сюда, но внимание туда ушел. Все. Зрение сюда, внимание сюда. Да. Подсознание и надсознание разделились. Не ограничивай, позволь. Все. Зеркало. И делай движение в эту сторону. И все настолько гармонично, настолько красиво, настолько. Капец. Скажи своему зеркалу, пальчику, я люблю тебя, дружище. Да? Как тебя сегодня, когда утро внесло? Я читаю 42 сообщения, открываю, смотрю. Утро. 8 утра, 42 сообщения. И я первую фразу, что пишу, Ира, я люблю тебя. Я не могла дождаться, когда ты проснешься. У меня такие осознания. Я не могла, когда этот бог проснется. Миллионы лет, миллиарды спит. Уже сколько можно спать? Просыпайся. Я пишу это и сама, знаешь, так осознаю это еще больше. И ржу при этом. И вот я жгу, что я сегодня целый день хожу, как этот. И вчера, и сегодня. У меня только Лерка такая. На маму.